Вязание серии сцепленных столбиков. В начале ряда провязываем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Крючок вдеваем во вторую петлю воздушной цепочки, захватываем нитку и вытаскиваем петлю. Затем крючок вводим в первую петлю воздушной цепочки, захватываем нитку и вытаскиваем петлю. Теперь крючок вводим в петлю основания, захватываем нитку и вытаскиваем петлю. На крючке образовалось 4 петли. Захватываем рабочую нитку и провязываем эти петли попарно. У нас образовался сцепленный столбик. Далее вяжем так. Крючок вдеваем в петлю, которая находится сбоку, захватываем рабочую нитку и вытаскиваем петлю. И далее вдеваем в более нижнюю петлю, захватываем рабочую нитку и вытаскиваем петлю. Затем крючок вдеваем в петлю основания, захватываем ниточку и вытаскиваем петлю. На крючке образовалось 4 петли. Провязываем их попарно. Далее вязание повторяется аналогичным образом. Итак, мы будем вязать до конца ряда. И вот я связала. Это вязание называется серия сцепленных столбиков. С изнаночной стороны она выглядит несколько иначе.